flopper in the meadow. A jolly, happy little fellow. Happy flopper, happy flopper. Happy flopper, happy flopper. Flапер и друзья. Flapper helps all those around. He will never let you down. Come meet Flapper. Ключ. Весна и начало лета – лучшее время, чтобы украшать свои жилища и дома. Флаппер только что закончил красить свой. И он, пожалуй, самый красивый в лесу. И Флаппер пригласил всех на новоселье. О, привет! Привет, Флаппер! Смотри, кого я привела. Медведя Бернарда. Привет, Бернард. Рад, что ты пришел. Ну и ну. Какую хорошую работу по дому ты проделал. Дом великолепен. А во сколько начнется вечеринка? О, Мэгги, да, вечеринка. Нам нужно подготовиться. Ты приготовил что-нибудь праздничное? Или забыл? Нет, я не забыл. О, а я облечу всю округу и раздам праздничное приглашение. Хотите посмотреть, что я приготовил? Это сюрприз. Флаппер, какой изумительный сюрприз! Эй, вечеринка вот-вот начнется! Вечеринка вот-вот начнется! Быстрее! Собираемся в доме у Флаппера! Давай, не зевай! О, я опаздываю. Мне нужно работать быстрее. Поторопись, Малкольм. Приходите скорее. Фред, пошевеливайся, мы опаздываем. Да, да, минутку. Мне нужно привести себя в порядок. Посмотри на это. Какой потрясающий галстук бабочка. Эй, разве я не выгляжу красавчиком? Когда Мэгги Сорока вернулась на вечеринку, все уже собрались. За исключением Фреда Лиса и Уилбора Волка, которые были уже в пути. Мэгги Сорока была недовольна тем, что никто не обратил на нее внимания, и собиралась уже уйти обиженной, как вдруг что-то привлекло ее внимание. Блестящий золотой ключик! Как прошел твой день? Ужасно! Я сегодня ничего не продал! А, не волнуйся, расслабимся на вечеринке у Флаппера. Интересно, какой сюрприз он приготовил? После тебя. О, нет-нет, после тебя. Пожалуйста. Фред и Уилбур. Позже, как обычно. Привет, ну наконец-то. Рад, что вы пришли. Даже если вы и опоздали. Какая великолепная бабочка. Видишь, я был прав. Ей нравится, как я одет. Вы должны прийти ко мне. У меня есть кое-что и для вас. Вставайте и проходите к столу. Да, я голоден, как волк. Я волк. О чем ты говоришь? Время для сюрприза. О, нет. Ключ от кладовой пропал. Я уверен, утром он был здесь. Простите. Я так хотел, чтобы это был сюрприз. У нас есть слесарь Фил. Спокойствие, только спокойствие. Сейчас все откроем. Было бы стыдно его уничтожить. А запасного ключа нет? Ключ должен быть где-то здесь. Давайте поищем.
Ты видел эти следы? Интересно, кому они принадлежат? Они точно не мои! Так чьи же они? Они похожи на следы Мэгги Сороки. Я же говорил, что это не я! А, да, это не он. Давайте, пойдем к ней! Эй! Мэгги, ты дома? Ты случайно не видела ключ от кладовой? Ключ? Я так не думаю. Мэгги, если ты видела его или даже взяла его, мы не будем сердиться. Вам и без меня хорошо. Что ты такое говоришь? Мы же все друзья. Нам всем было весело. Извини, если почувствовала себя ненужной. Возвращайся с нами. Мне очень жаль. Я никому не хотела причинять боль. Простите, если я испортила вечеринку. Мы нашли ключ, а остальное не важно. Вот он. Не плачь, Мэгги, все в порядке. Давайте вернемся на вечеринку и повеселимся. А где торт? Что-то случилось. Кто-то вломился в нашу кладовую, и сюрприз был украден. Простите, но это не я. Мэгги говорит правду. Вы знаете, чье это? Я видела Фреда в этой бабочке. Тогда все ясно. Давайте пойдем в магазин Фреда и посмотрим, где наш сюрприз. Надо поторопиться, эти двое сделают все, что угодно. За мной! Какой вкусный торт у вас тут! О, привет всем! Чем могу помочь? Мы пришли за моим тортом. Твой торт! Какой же торт ты хочешь купить? Да, это случайно не твой галстук, бабочка? Тебе не стыдно? Ты забрал мой сюрприз и сидишь его ешь. Так, я забираю его обратно домой. Давайте, все, пойдемте. Вы двое тоже приглашены. И мы с радостью поделимся с вами тортом. Один маленький ключ и столько проблем. У всех нас разные характеры, и все мы разные. Но при небольшой командной работе все проблемы могут быть решены. Посмотрите на них. Вечеринка проходит хорошо, и все веселятся. Даже Фредди Уилбур. Flopper has to say goodbye. He'll wait for you to all drop by. Happy Flopper, happy Flopper.